В Павлодаре отметили юбилей старейшего учебного заведения. 75 лет в этом году исполнилось школе-лицею номер 10 имени Абая. Эта школа богата традициями и известна своими выпускниками. Только за годы независимости из ее стен вышли сотни талантливых и одаренных ребят. Сегодня учебное заведение обрело статус учебно-научного комплекса. Лицеист Махсат Алибаев подает высокие надежды. В этой школе он один из лучших учеников. Каждый год Махсат активно принимает участие в олимпиадах самого разного уровня. Я готовил проект, имя его было «Фотографический спутник». Целью было того, чтобы выпустить наш казахстанский спутник, который будет использоваться в разведывательных целях. То есть и в военных, и в медицинских, и в других областях. И таких перспективных учащихся в школе лицея номер 10 имени Абая много. Старшеклассник Хаким Садуакас недавно победил на конкурсе инновационных проектов. Юноша изобрел уникальный лечебный аппарат. Это довольно серьезные успехи, отмечают педагоги. Впрочем, за последние 3 года более 30 одаренных детей успешно защитили свои научные проекты. В 2009-2010 году у нас было 18 призеров и победителей республиканских и международных олимпиад и научных соревнований, то в 2011-2012 эта цифра уже подросла до 23 детей. 23 ученика нашей школы уже стали победителями, призерами этих же научных соревнований международных и олимпиад. А в 2012-2013 году мы уже 30 детей увидели на пьедестале этих научных соревнований. История школы началась в далеком 1938 году. Тогда ее открыли как показательная казахская школа. И действительно, долгие годы учебное заведение считалось единственным в городе, обучающим на государственном языке. Сегодня школе-лицею присущи высокий уровень знаний, инноваций и креативности. Знаменитую песню «Абая» исполнили 75 учеников 5 и 6 классов. И это очень символично для нас, потому что школа носит его имя. Желаем нашему лицею процветания, творческих успехов, еще больших достижений на образовательном поприще. Прогрессивные методы и модернизация образовательного процесса – этого требует современная школьная подготовка. В этом и заключается успех ведущей школы-лицея Павлодара. Ербул Абишев, Арман Якубов, Алексей Мельницкий из Павлодара.